нервничала, что она замужем, что все между нами невозможно, потому что есть другой мужчина. Я обошел квартиру, не обнаружил второй зубной щетки. Она говорит, мы чистим все одной зубной щеткой. Я не обнаружил тапочек. Я не обнаружил никакой рубашки, не обнаружил помазка. Никакого нет мужа, врешь. И поселился. Здесь стоит Сергей Бодров, никто не видит его, молодой режиссер, который пристраивал меня в Казахстан быть художественным руководителем на какой-то картине, где бесконечно гнали коров куда-то. Гнали их куда, никто не понимал, и он не понимал. Но это была зарплата. Но потом меня оттуда тоже выгнали, сказали, что я недостоин руководить советскими коровами. А сыну вашему 5? Уже 6, а что, маленький? Хотите спросить, где муж сбежал еще до войны? Вот только ремень остался. А у нас, знаете, и маму, и меня бросили, наверное, и случайно. Да не жалеете, у вас все еще впереди. Ну, я и не жалею, я просто удивляюсь.